Вице-премьер Марат Хуснуллин прилетел сегодня в Ростов. Прилетел и полетал над городом, оценив ход строительства и реконструкции дорожных объектов. Обхода Аксая, моста на Малиновского, развязки на трассе Ростов-Таганрог, третьей очереди северного обхода Ростова. Дальше вице-премьер осмотрел лицей номер 20 имени Полиничка на Металлургической, реконструкцию которого с мая 2020 года держит на контроле Владимир Путин. Строительная готовность объекта на сегодня 79%, и работы опережают график. Завершить строймонтаж планируется до конца сентября этого года, а до конца октября должно прийти оборудование. После реконструкции в лицее будет 1080 учебных мест. Утром мы проводили совещание всероссийское. Вот после обеда вечером уже мы находимся в Ростове. Я вижу очень хорошего уровня реконструированный лицей. Соотношение цена-качество хорошее. Я считаю, что можно брать за пример другим регионам. Недорого, но очень качественно. Также Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Ростовской области.